Итак, всем привет, с вами Алекс Айкил, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Valhalla. Надеюсь, в этот раз у нас получится этого волка одолеть. Тюр, ты здесь? У меня игра почему-то баганула, перестало работать быстрое перемещение. А без него, как вы понимаете, перемещаться по просторам Англии очень-очень долго. Не сможем мы ни подкачаться, ни поселение прокачать. Хави, вот отрада для глаз. А что случилось с твоим? Стал платой за кое-что поценнее. Волк где-то здесь? Да, но он вырос. Я старался утешить его, но зверя мучает неведомая мне тоска. Таков его жребий. Мне сразу стало ясно, что этот волк — вестник беды. Сперва он был добрым зверем. Но наше недоверие и жестокость лишили его радости. Добрее было бы убить его? Время такого милосердия миновало. Теперь он так силен, что нам и вместе его не одолеть. Боюсь, им завладела сила, что делает его вечно живущим. Значит, предложим ему иной выход. Это Глейпнир, неразрывная привязь. Убеди его принять ее. Это волшебная привязь, и чары не дадут ему причинить вреда. Так ассам, что боятся его, будет легче. Это всего лишь символ. Бедняге Фенриру не будет вреда. Фенриру, ты знаешь его имя? Локи сказал тебе? Да, он. Славное имя. Да, обитатель болот. Ведь это и есть его жребий. Фенрир! Добрые вести! Уходи! Я желаю тебе добра, но в Асгарде поселился страх. Асов, тревожит твоя великая стать и мощь. В самом деле? И что? Разве им есть чего бояться, старый друг? У Хави есть для тебя ошейник, сделанный двергами. Гляди. Пока он на тебе, мы всегда будем знать, где ты бродишь. Надень, и сможешь вечно жить в Асгарде. Без опаски. Я чую что-то гнилое. Надевай или вернись в Йотунхейм. Выбор за тобой. Сын Локи. Разве я не был к тебе добр? Мы связаны. Как я верю, владыке Асов, так и ты верь мне. Открой пасть. Если я солгал, сможешь откусить мне руку. Ладно. Поспеши, Хави. Больно! Хави? Лжец! Сними ее! Хави! Обитатель болот! Смирись! Поживый язык! Сохни! Я только что, похоже, понял сюжет игры. Короче, Эйвор — это Хави. Тюр — это Сигурд. А Басим — это Локи. Могу доказать.
Только что волк откусил руку Тюру. Сигурд тоже потерял руку. Басим — это Локи. И Хави, он же Эйвор, убил его сына, Фенрира. Вот этого волка, с которым мы сейчас сражаемся. И поэтому Басим нас предал. Сначала по-хитрому внедрился в наши ряды. Но Локи, он же бог хитрости. А когда наступил подходящий момент, решил нам отомстить. Это объясняет предательство Басима. Загадки? Дом богов станет красным. Красным от крови. Один только вопрос. Почему Басим все помнит, а Эйвор не помнит ничего? Вот это как бы не очень понятно. И учитывая, что все вот эти вот видения не являются обязательными заданиями, это очень странно. Без них вообще невозможно понять основной сюжет. Вы их запросто можете пропустить, да и все. И для вас концовка окажется непонятной. Кстати, вот почему Сигурд знал, где находится храм. Вот почему его посещали все эти видения. Это как бы его видение из прошлого, как я понимаю. Короче, если все так, как я описал, то сюжет в Альгале действительно интересный. Но вот подача какая-то ужасная. Я уверен, что большинство игроков сюжет вообще не поняли. Я думаю, что и я до конца его не понял. Ладно, сейчас нам надо думать о том, как одолеть эту псину. Значит, мы ее убьем сейчас, видимо. По канону-то этот волк должен сдохнуть. Чтобы у Локи, а.к.а. Басима, было нам за что мстить. Сегодня мы с вами его обязательно одолеем. Валка предупреждала нас, что мы предадим Сигурда.
Как вы могли заметить, в прошлом мы его действительно предали. Позволили этой скотине оторвать ему руку. Видимо, судьба должна была повториться. Тюра, кстати, озвучил тот же чувак, что и Сигурда. Они даже внешне чем-то похожи. Я шепчу это все каждую ночь, в холоде, в мраке, прежде чем во сне изведать на вкус твою плоть. Попался. Поднялась рука, так что клятва не нарушена. Любой другой поддался бы такой ненависти. Если бы нашелся иной путь. Иного пути не было, Хави. Все предрешено. Так или иначе, ты пожертвовал собой ради меня. Не ради тебя.
Не думай, что твоя доброта привлечет друзей, владыка глупцов. Я убью тебя. Всех вас я пожру плоть Асгарда. Быть может, ты и убьешь меня, сын Локи. Но до тех пор я буду наслаждаться своей свободой. Идем, друг. Фрея сумеет исцелить тебя. Я знаю, что вы пришли сказать. Не сказать, но явить тебе судьбы нашего мира. Едва ли найдется в мире гордец, равный Хави. Ты веришь, что сможешь изменить свою судьбу. Но сколь не бейся, сколь не борись, нити судьбы связывают тебя, как и прежде. И все же, одна нить в этом узоре постоянно ускользает. И упрямо вьется по-своему. Асы, ваны, ваш рок грядет. Вздрогнет земля, солнце умрет. Придут йотуны, и пламя прольется с небес на ваши головы. И великий волк Фенрир пожрет ваших детей. Но вы нашли способ пережить этот ужас. Приступим. Обмануть смерть. От древа жизни мы уйдем, к древу жизни однажды и вернемся. Разум и дух отыщут в грядущем далекий день. И тогда вы родитесь заново. Закроем путь. В особенности Локи. Это все. Вперед к нашей смерти! Да, все как я и говорил. Они переродятся и станут Эйвором, Сигурдом, Фрей, это, наверное, Рандви. Сегодня не день моей смерти. Эйвор, ты проснулся. Надеюсь, с новым сказанием. Я вернулся в Асгард. Что ждало тебя там? Норны показали мне последнее видение. Начало Рагнарёка. Вокруг вились пламя и пепел, подобно смрадному ветру из Гинунгагапа. Но мы были готовы к буре. 8 асов выпили мед и отправились навстречу судьбе. Больше норны ничего мне не показали. Занятно. Что-то еще? Я помню предательство. Я предал своего друга Тюра. Молча смотрел, как волк отрывал ему руку по локоть. Я мог предотвратить это, предупредить его, но всего лишь стоял рядом. И ты мучился? Меня не трогала его боль. Не было ни ненависти, ни сострадания. Будто глотнул яда со вкусом вина. Себелюбие сверх меры. Вот что это. Что еще ты видел? Я связал Фенрира, сына Локи, волшебной привязью. И зверя это разъярило. Хотя я и победил его, убить так и не смог. Ты зришь мир сказаний и легенд. Я всегда думала, что это лишь притчи.
Но ты будто видишь воспоминания. Каждый миг видения казался столь же настоящим, как и наша беседа сейчас. Прекрасно. Было что-то еще? Больше я разобрать не смог. Ясно. Мне понятна суть этих видений. Как и в первый раз, они вещают о страхе предательства. Один решил одарить тебя безграничной мудростью и даже собственным опытом. Возможно, это предупреждение. Его безразличие было ужасно. Не следуй по его стопам. Иначе тебя ждет лишь одиночество. Участь страшнее смерти. Понимаю. Надеюсь, что понимаю. Спасибо тебе, Валка. Ничего мы ей не рассказали про храм, что мы видели там ее мать. Вот, видите, у меня не работает быстрое перемещение. Не знаю вообще почему, но играть без него, короче, невозможно дальше. А жаль, я хотел и орден уничтожить. И может быть полностью улучшить поселение. Отец. Знакомый силуэт. Похоже, что это знаете кто? Этот. Король Альфред. 100% он. Так что никакой тут особой интриги нет. Кто там у них отец? Так. Соберем провизию. Не знаю, правда, зачем. В игру уже возвращаться я, скорее всего, не буду. Давайте, пожалуй, выскажу свое мнение о ней. И на этом и закончим. Мнение об игре у меня примерно следующее. В целом она довольно неплоха. Но есть нюансы. Основной и главный из них — это продолжительность. Игра очень длинная, прям нереально длинная. И ладно бы, допустим, сюжет проходился за 15-20 часов, чтобы те, кто просто хочет пробежаться по сюжету, быстро это сделали. А все остальное сделать побочками, для тех, кому одного сюжета недостаточно, и они хотят полностью зачистить карту. Но нет, на прохождение только одного сюжета у вас уйдет порядка 40 часов. И это ни хрена не круто. Хотя бы потому, что большую часть игры вы занимаетесь одним и тем же. Говорите с кем-то, что-то ищете, кого-то убиваете и захватываете крепости. Все. Зачем мы заключаем в игре все эти союзы, перед этим решая все проблемы наших будущих союзников? По идее, это должно к чему-то привести. К примеру, в конце нам нужно будет победить тот самый Орден Древних, у которого будет огромная армия. И нам тоже нужно собрать армию из всех наших союзников. И победить армию Ордена в каком-нибудь грандиозном мочилове. Но нет, всего этого не происходит. Один раз вы их призываете для нападения на крепость Фулки. И то не всех, а только нескольких. А нафига тогда, спрашивается, нужны все остальные? А что самое интересное, после заключения всех союзов, вы просто переключаетесь на сюжетную ветку с Сигурдом, которая по сути является основной. Да проходите ее до конца и все. Сюжет заканчивается. Офигенно. Выкини из повествования заключение любого союза, на глобальный сюжет это вообще никак не отразится. И выкинуть, блин, надо было.
урезать по-хорошему сюжет в 2-2,5 раза, и было бы нормально. Но, несмотря на все вот это, есть в игре и хорошие моменты. Традиционная для серии неплохая графика, хорошая боевка и несколько харизматичных персонажей. Прежде всего, конечно, Ивар мне запомнился, сам Эйвор, ну и Сигурд, который, конечно, поначалу раздражает своим невероятно запредельным ЧСВ, но со временем действительно проникаешься его одержимостью и стремлением исполнить свое так называемое предназначение. В общем, как я сказал ранее, игра вполне себе хорошая, в нее можно играть, она доставляет какой-никакой фан, и в принципе за неимением чего-то особенно годного в 2К20, да и в 21-м пока ничего особенного-то и не выходило, она смотрится вполне себе неплохо. Такие дела. Кстати, в ближайшее время на моем канале выйдет прохождение Far Cry 2, все от тех же разработчиков. Ну и вообще канал ждут кое-какие кардинальные изменения. Поэтому, как говорится, оставайтесь с нами, а также не забывайте подписываться, комментировать, ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. А с вами был Алекс Айкил, увидимся в следующих прохождениях. До новых встреч и пока-пока!